Всем привет на канале Припрез. Приветствую всех новых подписчиков, приветствую всех старых подписчиков, приветствую всех тех, кто задавал мне вопросы, я отвечал им и надеюсь, что помог им. Продолжим. Тут недавно нарисовалась такая проблема, это когда в иллюстраторе не сохраняются приринкованные изображения. То есть, когда мы открываем, я думаю, часто тех, кто работает на приеме файлов, они не открываются. Но если вам это надо, то я покажу способ, как избавиться от них. Вот я открываю файл, он мне пишет, что не может найти приринкованный файл такой-то, такой-то. Выберите файл для замены, мы можем выбрать replace, если вы знаете, где оно лежит, но если вы не знаете, к сожалению, вы ничего не сделаете, особенно если этот файл пришел от заказчика. В данном случае я применить ко всем применить ко всем игнорировать. Что мы видим, то есть у нас вот было место для этих картинок, и у нас их тут нету. Что делать? То есть фактически проблема нарисовалась. Это можно решить таким способом. Для этого вам понадобится Adobe Acrobat Professional, Adobe Acrobat Pro. У меня CC 2014, английский. И мы берем наш файл иллюстраторский и кидаем в Adobe Acrobat Professional. Как видим, наше изображение здесь присутствует. Я вас поздравляю. Теперь вы можете их копировать. Или не копировать, а вернуть обратно. Выбираем Tools, Content Editing. Если вы его не находите, то обратите внимание на панельки Content Editing, Edit Text and Images, клацаем на поле, нажимаем Ctrl-A, выделяем все, что есть у нас на рабочем поле, нажимаем правую клавишу, Edit Using Illustrator, Yes. В результате у нас есть теперь тот же самый файл Showroom, который у нас не сработал. Ignore. Но уже с нашими картинками. Теперь дело за малым. Я сейчас их перенесу. Ctrl-X, Ctrl-F на те же места. Все. Наш файл. Правильно. Он не может сохранить, потому что у меня тут открыт. Вот отличный способ решить ваши проблемы. Всем пока. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, что непонятно, будем думать сами, решать, без опыта подскажу и так далее. Пока.